В прошлый раз мы с вами составили такой а-ля французский, очень стильный, очень приятный, очень красивый образ. А что делать, если зима близко? Тогда мы вот эти удобнейшие, волшебные, потрясающие лодочки убираем и добавляем классные, стильные, тоже удобные, очень акцентные ботинки. Да, образ перестает быть французским. Хотя, как сказать, я думаю, современные молодые девицы во Франции так бы оделись бы с удовольствием. Я этот бы образ уже назвала бы больше таким берлинским. Посмотрите, как аксессуары меняют наше восприятие. Вот это вот образ, в котором действительно я бы с удовольствием бы прошлась бы в Берлине, я бы себя бы чувствовала изумительно, классно. Но, опять же, одну деталь я поменяла бы. Мы берем вот этот очень французский аромат, один из моих любимых, и меняем его на очень немецкий аромат. Да, кожа Тосканы, при всем том, что намек на Италию. Мне нравится этот запах носить в Германии. Конечно, можно сверху одеть шубку Тедди, можно какой-нибудь кардиган, любимая сумка, те же аксессуары, тельняшка, кожаная юбка, ботинки, которые есть у очень многих в нашей группе. И образ готов.